На водоемах Якутии начался процесс ледообразования. И сегодня сотрудники МЧС провели в профилактический рейд. Сильных морозов в этом сезоне еще не было, поэтому лед образуется неравномерно и он недостаточно крепок. Тем не менее, население зачастую игнорирует предупреждающие знаки и рискует своей жизнью. В частности, люди пересекают не полностью замерзшие водоемы или катаются на коньках. Безопасным лед считается для пешехода не менее 10 сантиметров, значит, для одиночного катания не менее 15 на коньках, для массового катания на катках открытого типа не менее 25 сантиметров, для проезда автотранспорта не менее 30 сантиметров.